一想到诺，我们就会想到诺的头上这个角。Когда мы говорим слово олени, сразу мы поняли, ну мысль появится, что рак в его. 所以我们取了一个诺的角，鹿角手势。Поэтому мы за это занятие специально убирали его руками. 我们抓住鹿的两个特点，变了两个动作。Поэтому я мы взяли его характер, да, олени характер, сделали два движения. 啊，鹿经常会朝后看，看自己的。Он олень обычно бегает назад, смотрит, бегает назад, смотрит. Поэтому он играет так отлично. Еще как олень как бегает, прыгает, бегает, да, вот тоже движение. И он играет так отлично. Учинщи的路是锻炼我们的腰. Это стиль оленя важно для у нас вас водой, а не это как-то дали, да? Бой. 中医认为人的肾在腰，所以通过五行穴的锻炼，能够提高我们肾。啊，medicinska что в этом месте связано больше у нас почка, поэтому это занимает более что занимается у нас почка. 哎，这个肾也就是包括在我们小丹田的。И вот здесь момент не только почка, здесь связано, они почка свои нижние丹田. 所以大家在做这个动作的时候，都是转腰的动作。Заметьте вот это движение, она более менее все крутится движение. Вот это здесь внутри крутится. Попробуй на том, что я сделал. Когда прыжок примерно тоже, видите, закрывается, открывается. 好，下面大家，我们一起做第一个动作。Давай мы попробуем первое движение. 好，先看，大家手跟我一起做，到这里，转。Поворот, сторону, наверх, и вниз. Поворот. Вверх. Вниз. 这个动作的核心这个落地的动作核心是这个。Это важно, вот это вот это движение самое такое. Why? 为什么两个手要放在上面？ Вот почему так руки так делают? 上面这个手是帮助身体旋转。Вот вверху руками помочь крутиться. 到这里，手指向左。И вот последнее, что руки назад. 下面这个手帮助身体正确的。Вот низу руками помочь скипание.最后就形成了一个身体的最大幅度的侧屈和旋转。Поэтому последний получается, что получается свои туловище самый большой круг. 好，大家先跟我继续这个观念。На вы мне попробуй. 到这里。Вот здесь. Вот попробуй ширина открывается. 对，上面的什么？И руки поворот назад. Назад идет. 对。对，很好。好，我们再换一个方向。Вот другой сторону. 到这里。侧屈，身体侧。Вот, 转。Смотри, поворочи еще раз. 好。好，下来。Давай, стоп. Пропуск. 做这个动作的时候，我们就会感到，在身体的一侧。充分压紧它。Вот в этот движение можем чувствовать, что талас свои силы на одной стороне. 而另一侧全部打开了。А других сторон совсем уже открыли. 那就是压紧放松。Вот это мышца закрывается и открывается. 锻炼我们的腰。И вот она именно вот ударит через мышцы, туловище через мышцы. 好，跟我再做。Давай, помоги. 转。Поворот.加一个动作，眼睛看右脚。На вы на глаза смотри свои право ноги. 帮助旋转持续。Это помощь ваша круг. 好，向上。下落。Вниз. 转。Поворот. 持续。Выступаем. 好，向上。Опять наверх. Thank you.
大家明白了吗？关键两个脚的平量，为什么呢？巴拉的，然后这个脚收起来。我的脊柱就是很关键，那这个脊柱。好，这个前面。说第二个。这个角度的话，45度，那就看。我你慢点，我过来过来，咱们来。然后再脚脚尖长。И ноги палец чуть-чуть на левую сторону. 身体向前。И равновесие центр тяжести впереди идет. 习惯就和脚尖对。И свои колени прямой, свой палец. 后脚正直。И сзади ноги прямо. 身体稍微向前。И свои туловище тела чуть-чуть впереди даете. И в этот момент поворот. 通过肩看脚跟。Вот через свои, кто что сказал, через这个动作。Плечо смотри свои сзади ноги.最大幅度的旋转，我的这次跑出来上面不是亏。啊，然后这个脚。我这边 обратно равновесие центр тяжести на самом. 原地收回。И обратно. 其实这个脚的位置就在这个前面。我的 просто смотри, можно сказать 45°, она прямо только впереди шага и все, именно это место. 但是我们中国的体育气功讲究虚和实。Но у нас Китай вот чигун говорится, что пустые и четко. 虚和实会变化的。А пустые и четко, да? Они меняются постоянно. 你们看，现在开始的时候重量呀，一到这里以后，这里就虚了。Теперь здесь пустые. 然后一到这里变零了。И уже ноль, да? Впереди начинается внизу. 重心一到前。Тогда уже четко ноги более центр тяжести уже более на этом сторону. 好，还有。我смотри. 前面这个脚尖出来的时候，不要转的太大。Вот особенно здесь палец движение налево не надо очень большое. 转的太大，等一下脚出去很不舒服。Потому что если очень большое, когда у вас поворот неудобнее. 也不要转的太小。Тоже не надо маленький. 转的太小，身体。不容易转过去。Если маленький, тогда ты нужно поворот на себе ноги смотреть. 大概接近于90度。Ну, где-то 80°, смотри. Не 90, видела, а чуть-чуть туда, ну 75. 如果这个就是90度，对不对？Вот это называется 90. 那就看这条线。Вот. 不对，这个位置。Вот такая ситуация момент. 70度到80度。这个时候你身体转的时候就会感到膝关节很轻松。我的大概慢慢的接了巴肉的，大概我你就是不就很难说。这个动作就正确了。我的大概就不让你。好。鸡腿。你弄给他包点东西。好。巴肉。肚子是飞机。眼睛看脚跟。我给他拿什么？提什么？你弄给。好，向上。一点。到这位。下落。哦，你是。下来。那没时间。好，看脚跟。Мы смотрим свои задние ноги。向上。А вверх。好，连贯。我们讲动作的时候，大家必须要注意几个方面。Когда я объясняю движение, надо внимание. 啊，我们中国的气功，中国的武术，多讲究手眼身法。Вот китайские не только чигун и еще ушу, одинаковые. Важно, что говорится, шоу, ян, шен, фа, что такое? Шоу, руками технику. Ян, глаза. Ял, как работает? Туровище, как работает, ял. И потом шага идет, как движение. Мы нам нужно объединять. Ну, давай, мы следуем в движении. Мобан, лопен. 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 Прыгать, друзья. Хорошо.
大家先跟我做动作，提起来。到这里。冲。收。对，充分展开。好，再放松。下来。下来。收。好，我们加点动作，含胸。放松。下落。再加一点。这个动的时候，要求我们腹部也收起来。Теперь закрывайте движение не только груди, и живот тоже внутрь закрывается. Вот задние точки есть, открывается. 什么感觉啊？就是要把我的肚子小腹前面和后面贴近。Ощущение, что живот впереди и задние, что они сами стремятся. 要把这个肚脐眼尽量朝里伸。也чем внутри, тем лучше. 对，而在这个肚脐眼的最后面呢，后面的地方最外的向外突出。А других сторон, да, задние здесь, как бы где чем внутри, тем же, а вот здесь, наверх. На вот это время, на этот 臀部要朝里收进去。А таз наоборот закрывается внутри, закрывается. 我们的会阴，我们的肛门要收起来，朝前拱起来。Но у нас последнее, которое там место наверх, не пропускает, внутри закрывается. 我们身体的前面全部朝里。А наоборот, спина назад, у нас груди закрывает, видите, живот тоже закрывает, и чем жаб идет. Это движение,平时我们不太用. Ну, это движение редко сделать. 所以经常运动对身体很有好处. Вот и поэтому, вот это движение часто сделать, ну, для внутреннего руки, а органы руки. 好，大家跟我做. Давай. 一。吃完。朝里收，对，放松，不给背压吗？下落，再来一次，小拉丝，跳，收，拉多一次，放松，下落，明白了吧？不念，好，那么脚怎么说？好喂，弄给看对了，这个脚呢就像手一样的，像。动物在奔跑的动作。Вот это ноги как руками свободные и как олени как прыгают бегают. 啊，所以这个脚提起也是画圆。Поэтому ноги как-то делают это движение тоже круто, видите, не просто прямо, тоже круто, видите, да? 但是так и идет. 这个步子不要迈得太大。Но ноги шага не надо большой. 我教他跨大步和小步。Мы сказать, что большой шага идет и поставим земли короткие. 重心向前变弓步。И потом свои равновесия, центральный часть впереди ставится в бумбу. Потому что нельзя большого шага. Если будет большой шага, вот это движение закрывается, а не получается. Очень сложно. Давай мы попробуем. Вот ноги поднимаются. Большой круг идет. И вот обратно. Бен бумбу. И тебе шага впереди.再变虚部收起来。啊，这边的虚部。对，收。把臀部拿下来。对。都是阿比西尼亚的一步。再向前。啊，不要去，啊，突然飞机。再来一次，收。小拉丝，那突然向前。啊，突然。朝里收。努推。臀部朝里收。我打死。向前。马子。好的，脚收回。到这个位置换步。Как-то удобно влезть. И отсюда надо, когда начинается наверху, то самый последний, самый высокий момент, и передать на другую ногу. Нам не просто перейти тапки, что голосили. Самое важное, если возможно, то свои палец, это самый лучший момент. Но как-то перетать с другой ноги, не надо резко сразу туда, и они мягкие, да, и мягкие обратно. А, понял, что там? Вот видите, так уже очень резко, это неправильно. Вот видите, мягкие туда передал,
имеет туда перетать. Но потому что олени прыгали очень как бы тише, да? Очень мягко. 你们就要感到踩在一张纸上，重一点就要把这个纸踩碎了，所以要很轻盈。 Ну, по своим ощущениям, что вы прыгаете на бумагу. Нет, вот так как нежнее, тогда они не сломаются, и с весками не сломаются. 好，大家来做。 Давай. 我们脚，提起，挪步，向前，后坐，再向前。 再收回，到这个位置，提，转，好，这个脚，再后坐，再向前，再收回，好，下面我带大家手脚一起来，好，下面我带大家手脚一起来。 走后脚同时提起，走，跨步，对，眼睛看前面，放松，后坐，向前，大家注意，后坐的时候脚尖不能起来，调整，调整。 不要做成这样，这个错。对，朝里收。好，向前。收回。到这里，下去。地面平的，喜欢你。好，同时提起。把你迈那边，别的带中国人，一走过，一走过，那边别的。走。再向前。 再收回，到这个位置，提，好，向前，收回，提，换，收，收，好。 最后脚收回，下落，侧起。好，有没有问题？没有。没有。他说我们做那个呼吸术有一小短路，他先做这个事情。这个是。 脚尖没有，脚尖性向前，但是脚弓会自己移动。应当，对，然后自己上来的时候自己再调整。我的阿苏达桑巴布鲁比阿苏西尼，刚发生了，谢谢你们。